Отлично, мы в студии. Да-да-да. Так, после нескольких проб нам все-таки получилось связаться. Здравствуйте, еще раз, Бужан. Я очень признательна вам за то, что вы согласились ответить. Очень много у всех вопросов в связи с политическим убийством Дулата Агадил, активиста и блогера. И прежде всего я хотела бы выразить соболезнования семье и близким, всем активистам, друзьям, правозащитникам, которые пользовались материалами Дулата Агадил, потому что он был одним из главных источников информации, во всяком случае, для фонда «Открытый диалог». И для многих правозащитных организаций он был тем человеком, который ездил в самые горячие точки, я сказала бы, где нарушались права человека, в самые, скажем, суды, в самый разгар ситуации, и предоставлял нам информацию. И, конечно, и огромная-огромная утрата. Маленькое введение. Вчера прошло 5 лет с момента годовщины политического убийства Бориса Немцова. И спустя годы вопрос о том, кто был заказчиком этого убийства и исполнителем, остается фактически актуальным, потому что, согласно представителям ОБСЕ, вот на прошлой неделе, вы знаете, я была в Вене вместе с представителями тоже гражданского общества из Казахстана, Китая, Турции и России. Мы как раз-таки разговаривали о том, что политические преследования, политические убийства, факты пыток, они абсолютно остаются нерасследованными в авторитарных странах. И я хотела бы процитировать в том числе выводы ОБСЕ, которые говорят о том, что российские правоохранительные органы отказались провести даже формальные следственные действия. Главная проблема с преодолением безнаказанности организаторов и заказчиков убийства заключается не в профессионализме российских правоохранительных органов, а в политической воле. Судя по проведению властей и предыдущего опыта расследования политических убийств в Казахстане или же следствию вообще расследований попыткам, рассчитывать на объективность расследования в случае убийства практического убийства блогера и активиста Дулата Агадил не приходится. Сегодня мы с вами переписывались в чате на Фейсбуке, в открытом под вашим постом, о необходимости привлечения международной комиссии, в которой будут входить представители США, Евросоюза, ОБСЕ. Почему именно в такой конфигурации? Ну, во-первых, потому что совсем недавно был визит секретаря Помпео, госсекретаря США Помпео. А с другой стороны, убийство произошло в первый же день официальной миссии Европейского парламента в Казахстане. А 1 марта, как вы знаете, входит в силу расширенный договор о партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Казахстаном. И обычно практика показывает, что вот такие дела, резонансные и политические убийства, ведут международные эксперты, чтобы к ним было доверие. Да? То есть это эксперты ОБСЕ, спецдокладчики, которые имеют опыт расследования таких дел. Туда входят представители с разных стран. Плюс спецдокладчики по пыткам и другим, скажем так, областям со стороны ООН. И учитывая то, что, ну, как я уже сказала, что нет особой надежды на то, что казахстанские власти произведут, скажем, справедливое расследование, учитывая несколько факторов. Во-первых, огромная спешка, выводы эксперты, которые в унисон следствуют даже совместному пресс-брифингу сегодня, после публикации видео с телом Дулата с явными признаками гематомы и ссадин. Я хотела бы спросить вас, как адвоката, чтобы мы с вами восстановили определенную хронологию. Во-первых, каким образом и кто вас пригласил сейчас быть адвокатом? Когда это произошло? Когда вы узнали о том, что произошла смерть в СИЗО Дулата Агадила? Ну, во-первых, меня пригласили в это дело в качестве его адвоката в ночью, по-моему, в ночь с 24 на 25 февраля, когда Дулата задержали и увезли, насколько я понял. Я не знал, куда его увезли, и люди, которые мне, его друзья, которые мне позвонили, попросили стать его адвокатами, защищать его, они сами не знали, куда его увезли, поэтому просто сказали, что необходима ему адвокатская помощь юридическая, и требуется, и мне необходимо приехать в Астану. Для чего я, что я и сделал. На следующий день, 25 февраля, я приехал в Астану,
И практически это уже было ближе к обеду, когда мне сказали, что Дулат умер. И когда мне это сказали, я как бы мне это. Потому что я приехал для того, чтобы участвовать в следственных действиях с его участием. Мне это было странно слышать такое, я не поверил в это, потому что это было очень странно. Я как бы абсолютно здоровый, можно сказать, молодой человек, Дулат, он совсем не старый. Да. Да, он совсем не старый, поэтому, когда мне сказали, что он взял и умер, как бы я его, как бы мне видео вот это посмотрел, где его задерживали, увозили в неизвестном направлении какие-то люди в гражданской одежде, на гражданском автомобиле, когда его увозили, я как бы подумал, ну, какая-то, наверное, ну, не очень умная шутка, и поэтому в связи, и из-за этого, поскольку его постоянно систематически задерживали, увозили, и обычно он содержался в изоляторе временного содержания, в ИВС, спецприемник, точнее, спецприемник для административно арестованных. Я туда поехал сразу же, я поехал в спецприемник для административно арестованных, спросил там у этих ребят, там же находится и ИВС, изолятор временности, в одном здании, и ИВС, и находится тот самый спецприемник для административно арестованных. Я туда проехал, спросил у, скажем так, сотрудников. Они сказали, что такой Агадил Дулат туда не привозился, не доставлялся. После этого, поскольку я не знал, куда мне идти вообще, где спрашивать, куда его увезли, я поехал в МВД, чтобы узнать там уже на месте, где находится Дулат. Когда это я приехал в МВД... 25 февраля обед, правильно? Да, это все в обеденное время уже практически. Я поехал в МВД, но в МВД мне никто вразумительного ответа не дал. Я поехал, после этого я подумал, что лучше, наверное, раз уж мы говорим о том, что Дулат умер и так далее, то я тоже лучше, наверное, проеду в морг и там уже уточню. Когда я приехал в морг, я увидел, что весь этот морг, возле этого морга было очень много людей, сотрудников полиции. Давайте так постараемся. Ну, вот вы же можете сказать 10 машин, 5 машин, 3, 4. Нет, там стоял целый автобус. Там стоял целый автобус такой большой, автозак. Автозак стоял. И еще и много таких гражданских и патрульных автомобилей, полицейских. И они все очень... Около и как морга. Бы я... Около морга. Да, на территории морга, не только около морга, но и на территории морга. Когда я это увидел, я понял, что там действительно, наверное, он все-таки там находится. Но я до последнего не верил, что он умер, поэтому как бы прямо вот в эту дверь морга, возле которой стояли сотрудники полиции, я постучался в нее, оттуда вышел какой-то человек, я не знаю, кто он был в гражданской одежде, он ничего не сказал, он сказал, да, он действительно здесь находится. Я говорю, он что, умер? Действительно, он подтвердил, что он умер. И после этого я сказал, что он сказал, я говорю, что происходит, почему вы меня внутрь не пропускаете? Он сказал, что там находятся его родные, давным-давно уже находятся уже, да, потому что я практически приехал уже, это уже было после обеда я приехал. Практически за обед закончился. Ну, так приблизительно во сколько? 2 часа, 3 часа? Грубо в 2 часа, может быть, в 2:30. Ну, может быть, в такое время, да, уже обед был, закончился. И когда я у него спросил, где, в смысле, что там происходит, и могу ли я пройти, он сказал, вы кто? Я сказал, я адвокат. Он сказал, сейчас подождите, ушел, дверь изнутри закрывают на щеколду, да, вот там металлическая дверь такая толстая. И ушел опять с концами. Я ждал опять минут 10-15, ждал, что кто-то выйдет. Никто не выходит. Пришлось опять стучаться в эту дверь. Где-то минут через опять 5-10 выходит сотрудник какой-то в белом халате, в шапке такой, да, специальной, которую носят врачи, в перчатках и так далее. Он сказал, что он является следователем по делу. Я представился, сказал, что я такой-то, такой-то адвокат. Вот мой... Он на тот момент не представился, потом позже он представился и сказал, что... Нет, он не показывал ничего, он сказал, что внутри идет вскрытие, идет исследование трупа и так далее. Я сказал, что я адвокат, я имею право присутствовать на этом процессуальном мероприятии, имею полное право, и он не может мне препятствовать в этом. Он сказал, у вас имеются документы на то, что вы представляете интересы Агадил Дулата. Я сказал, что они у меня есть, я предъявил уведомление об оказании юридической помощи по Дулату, предъявил ему, он его забрал у меня, после этого опять зашел, опять
Я не знаю, сколько времени, потому что непонятно было, потому что все время там было очень много людей, все отвлекают, кто-то что-то спрашивает, кто-то что-то говорит и так далее. Много людей. Кто? На самом деле, это же ненормально, что в морге столько людей по этому делу. Конечно, там конечно. Имел право быть, находиться, и насколько это соответствует закону, что вскрытие тела Дулата начали проводить без вас, как без адвоката? Ну, во-первых, в этой ситуации они не знали, что я являюсь его адвокатом, потому что это объективно правда. Они не могли знать, что я его адвокат, потому что я сам только приехал. Я думал, что я буду участвовать в следственных действиях с его участием, что там допросы какие-то, не знаю, еще что-то. Но поскольку он умер, то там речь шла уже совершенно о другом уголовном деле. Уголовное дело по факту гибели Агадил Дулата. То есть оно было заведено органами внутренних дел, и сотрудник полиции, который ввел это уголовное дело, то есть и вот это вскрытие, назначил судебно-медицинскую экспертизу, вскрытие вот это, они все там находились, производили, кстати, видеозаписи и так далее. Вот они это делают без уведомления, они не обязаны были уведомлять адвоката, потому что они не знают, у него есть адвокат, нет адвоката. Записи? Вы подали? Как? Вы можете получить эти записи, вот то, что как проходило именно вскрытие? Вы получите эти записи? Я могу их получить, но я сомневаюсь, что они мне прямо сейчас дадут эти видеозаписи. Скорее всего, они дадут только тогда, когда следственные действия, вообще досудебное расследование по этому факту будет завершено. Вот тогда они уже обязаны меня знакомить с материалом уголовного дела, обязаны мне даже и выдать копии материалов уголовного дела, а копии видеозаписи с производимого вскрытия тело Дулата Агадилова, оно, соответственно, относится именно к материалам уголовного дела, и, соответственно, они обязаны будут его выдать после окончания досудебного расследования. Mm-hmm. Сейчас они не обязаны это делать по нашему действующему уголовно-процессуальному законодательству. Mm-hmm. Соответственно, на тот момент времени, когда я туда зашел, а я уже зашел вот примерно грубо, я время не засекал, это было примерно половина третьего после обеда. Когда я туда зашел, во-первых, там находилось... Как это выглядело? Расскажите, пожалуйста, в деталях. Ну, это морг города Астаны. Туда заходишь, сперва есть такой маленький предбанник. Там стояли сотрудники ОМОН или СОБРа. Они стояли в дверях, никого не пропускали. Ну, это очень странно. Нормально, ненормально? Такое. Ну, я не думаю, что это как бы... Это такой стандарт всегда... или нестандарт? Насколько стандартно? Это нестандартно. Конечно же, это нестандартно, когда там стоят сотрудники СОБРа, ОМОНа и так далее, охраняют двери в морг. Это очень странно для меня лично. Поэтому, ну я ладно, думаю, они меня пропустили, потому что распорядился тот самый следователь, распорядился пропустить меня. Я прошел внутрь, в помещение, где производилось вскрытие тела. Когда я туда зашел, первым делом мне бросилось в глаза, точнее, мне показалось, что человек, который лежит на столе вот этом, он был без головы. Ну, мне так показалось, потому что с перепугу мне так показалось. Потому что там было очень жуткое зрелище, когда, оказывается, они отпилили, соответственно, часть, получается, ну, черепа, головы, соответственно, чтобы вынуть мозг. То есть на тот момент, когда я пришел, уже практически вскрытие завершалось, шло к завершению. Поэтому мне показалось, ну, потом они сняли кожу с головы, вот, ну, там, где они отрезали, отпиливали вот эту часть головы, черепной коробки, чтобы вынуть мозг. Они стянули кожу, разрезали, и вот так стянули на голову ниже, то есть вниз. И я не мог видеть лицо человека, который лежит на столе. Соответственно, мне стало как бы не очень по себе, это очень неприятное зрелище, не для слабонервных, не для, скажем так, людей, которые обычно, ну, а для обычных людей это очень страшное зрелище, потому что это смотреть там особенно не на что, смотреть вообще неприятно. Но как бы я не увидел его лица, поэтому я спросил у людей, а все стояли в масках, и в медицинских вот этих халатах. И я у них спросил, кто лежит на столе? Я не вижу его лица, поэтому скажите, кто это? Они сказали, что это Агадил Дулат. Я сказал, окей, хорошо. И они мне еще сказали, тот следователь, который руководил этим всем процессом, они производили через с криминалистом видеозапись всего происходящего, судебно-медицинское, вот этого вскрытия, исследования тела. Они сказали, что здесь находится его родной брат, Дулата, старший брат, он там находился, действительно, представился он, действительно, что это, да, действительно, это его родной брат. Я дальше начал,
немножко надо было освоиться, потому что там очень стоял неприятный запах в этом помещении, очень было много крови. Они уже его полностью вскрыли, туловище, грудную клетку полностью от горла до паха практически он был полностью разрезан, кожу они практически все сняли. Он находился вот в таком положении, когда я не мог видеть практически внешние, ну, как бы внешнюю сторону кожи, кожного покрова, туловище. Руки, ноги я видел, руки, ноги не были вскрыты, но туловище было полностью вскрыто. И как вы бы, помните, ну, какого они цвета были? Как выглядели руки? Руки как выглядели? Руки, ну, нормально выглядели, обычные, как обычные руки, правда. На видео, ну, они, которое опубликовали, они... видно, что руки черные и одновременно видно. А, насчет, да, кстати, насчет, кстати, черных рук. Черные руки, точнее, не черные руки, а пальцы, получается, рук с внутренней стороны, да, рук, получается, они были в краске. Я спросил именно еще у следователя, почему у него руки. Полностью вся ладонь, она черная была. Почему у него ладони черные? Это я спросил на видеозаписи, это не имеется. Или, прошу прощения, в краске или они были такого цвета? Или вы подумали, что это в краске? Нет, я спросил, почему у него ладони черные? Почему они черные? Он сказал, он ко мне подошел и сказал, что это краска от дактилоскопирования. Вот этот самый следователь, который вел, руководил вот этим всем мероприятием, он сказал, что это краска для дактилоскопирования, то есть они откатали его пальцы для того, чтобы снять отпечатки пальцев. То есть он вот так объяснил. Я потом действительно приблизился, посмотрел, и, ну, я не стал трогать. Ну, я не стал трогать. Да. Я не стал трогать, я как бы, ну, я посмотрел, показалось, что это, да, действительно краска. А ноги, пятки же наверняка не откатывают. Ну, до пяток там дело не дошло, потому что, во-первых, ноги у него были, та сторона стола, которая там находилась, она была направлена прямо в стену, она была уперта в стену. Возле его ног находились вот эти судебные эксперты, патологоанатом, танатолог вот этот самый, стояли несколько человек, государственных судебно-медицинских экспертов, они все это... То есть это независимые эксперты, ну, которых предложило бюро? Нет. Нет, нет. Предложил, я когда все это увидел, то как бы там не вскрытым было только, были только ноги и руки, все. Остальное все было, соответственно, как сказать, остальное все было вскрыто уже. Mm-hmm. Туловище, голова, там мозг был уже вынут, то есть уже мозг был отдельно лежал уже на столе, все это было, находилось отдельно, уже отделено. Соответственно, я сказал, что... Я в этом, поскольку я сам как бы не являюсь специалистом в области судебной медицины, я не врач, у меня нет никакого образования в этой сфере. Я понял, что я все-таки не понимаю, какие именно телесные повреждения у него есть в теле, внутри, во внутренних органах и снаружи. Соответственно, если я чего-нибудь не замечу, если я чего-нибудь не увижу, это завтра впоследствии может быть воспринято не очень хорошо, не очень положительно. Со стороны его родных, в первую очередь родственников, близких и, соответственно, его друзей и так далее, которые меня туда и пригласили. Соответственно, чтобы это все избежать всевозможных всяческих недоразумений в связи с этим могущим возникнуть, я сразу же обратился с ходатайством в устной, сперва, сначала в устной форме, на имя вот этого следователя, который производил вот вскрытие и исследование тела Дулата Агадела, я к нему обратился со своим устным ходатайством. Привлечь в качестве независимых экспертов и специалистов в это производимое мероприятие тех независимых специалистов и экспертов, которых приложит сторона самого Дулата Агадила, его родственников и адвоката, то есть меня. Они, для них это как бы, ну, они не обрадовались моему этому ходатайству устному, они его записали на видео, на видеокамеру. После этого, когда я сказал, что я настаиваю на том, чтобы все-таки участвовали независимые специалисты, эксперты, для того, чтобы могли делать выводы относительно телесных повреждений внутренних, внешних, на теле и в теле Дулата Агадила, я не имею таких познаний,
чтобы делать какие-то выводы. Я настоял на том, чтобы они остановили это все мероприятие. Они это действительно остановили, но они очень долго советовались там со своим, видимо, руководством, начальством. Это очень длительное время шло. 2-3 часа ушло, но только на то, чтобы действительно разрешить это мое ходатайство. В конце концов, да, решили, сказали, ладно, да, действительно, введите своих независимых экспертов. Ну а что мы будем делать с телом Дулата Агадила и так далее, они мне сказали. Я сказал, ну, это вопрос, во-первых, относится не ко мне, не я решаю, что с ним делать. Вот родной его брат там находился от начала до конца, с самого начала. Я-то пришел в конце, он находился там. Старший брат его родной и еще какие-то родственники там были, вот, кстати, со слов родного брата. Вот эти сказали товарищи, что необходимо его поместить в холодильник, пока мы привезем, найдем для начала независимых экспертов, потом их привезем. Он сказал, начальник следственной оперативной группы или следователь, он сказал, где ваши эксперты, находите и давайте вам, он еще спросил, вам хватит 1,5 часа для того, чтобы их найти и привезти? Я говорю, ну это же смешно же. Во-первых, я не знаю даже, кто эти эксперты, кого мы туда приведем, я не знаю. 1,5 часа это просто смешное время, промежуток времени. Я сказал, надо как минимум несколько часов для того, чтобы я просто смог сказать, кто вообще будет участвовать в качестве... Пешка, как вы считаете? И еще один такой момент. Сегодня во время пресс-конференции было сказано, что именно вы предложили следствие 2 экспертов, которые сидели вместе с прокуратурой фактически сегодня за столом во время пресс-брифинга. И поэтому они объясняли, что они абсолютно независимы от следствия, от давления. И фактически они во время своего пресс-брифинга переложили результаты этой экспертизы предварительной на вас. Хотя ты сделали пресс-релиз, ну, как бы пресс-информацию на своем Фейсбуке и сказали, что лучше не торопиться. Вот вы могли бы больше подробностей рассказать, как эти эксперты попали туда, как, ну, от самого начала. Вы откуда получили эти контакты, когда они зашли, какое было их первое впечатление, комментарии, слышали они ваши вопросы, записали ли они ваши вопросы, и почему они так быстро, ну, по вашему мнению, согласились с той версией, и как они сегодня вообще могли участвовать в пресс-брифинге вместе с прокуратурой? Хорошо, давайте с самого начала. Да. Смотрите, эти 2 эксперта, которые были впоследствии на следующий день пришли и участвовали в продолжении вскрытия и исследования тела Булата Агадила. Эти 2 эксперта, во-первых, я их сам лично никогда до этого не встречался с ними, я их не знаю, не знаком. Они были предложены Казахстанским международным бюро по соблюдению законности и правам человека, руководителем которого является небезызвестный Евгений Александрович Жовтис. Вот Евгений, я позвонил во время, когда я там находился в морге, я сразу набрал по телефону Евгения Александровича и спросил у него, сможет ли он помочь с поиском тех самых независимых судебно-медицинских экспертов, которые будут участвовать во время следственного действия. Поэтому, соответственно, он сказал, что да, конечно, мы сейчас будем этот вопрос решать. Я сказал, что я нахожусь уже в морге, необходимо это делать прямо сейчас. У нас нет уже времени, потому что они очень сильно, орган, ведущий уголовный процесс, сильно торопится, они хотят прямо сейчас это все завершить. Поэтому нам нужно находить этих экспертов немедленно, прямо сейчас. Соответственно, они на это, орган, ведущий уголовный процесс на это согласился, они удовлетворили мое ходатайство, но у меня, поскольку не было возможности найти этих экспертов, тем более еще и оплачивать их услуги, еще надо их оплачивать. Тут еще вопрос другой. Оплатить их работу. Ну, насколько я понял, это Казахстанское международное бюро по соблюдению законности и правам человека. Поскольку это они их пригласили, они и будут, соответственно, оплачивать их работу. Ну, Евгений Александрович согласился с тем, что необходимо это делать очень срочно. Он помог. Он нашел этих экспертов, он их предложил, точнее, сотрудники Казахстанского международного бюро по соблюдению законности и правам человека, они нашли этих, соответственно, экспертов, они мне скинули их телефоны, фамилии, имя, отчество, я их заявил уже в письменной форме в качестве ходатайства на имя следователя, написал ходатайство от руки, что прошу вас внести по производству судебно-медицинской экспертизы тело и тело, и вскрытие, и исследование тела Дулата Агадила, таких-то судебно-медицинских экспертов с фамилиями, именами, отчествами и так далее. Я это все заявил в письменной форме, но это уже было вечером. Вечером уже около 8:30, уже даже или в 9:00 вечера уже. Просто как минимум лукавит, говоря о том, что эти эксперты исключительно, ну, скажем так, пришли и участвовали от самого начала вскрытии, потому что вскрытие было начато. Просто я хочу подытожить, это же важный момент, правильно? То есть вскрытие было начато до вашего приезда.
и без участия этих экспертов. Правильно? Вот мне хотелось бы вот это подчеркнуть. Теперь дальше. Эти эксперты вместе с вами, ну, когда они получили именно право войти, и что они делали? Ну, как бы, я понимаю, что вы не специалист, но просто из ваших наблюдений. Ну, во-первых, когда они удовлетворили мое ходатайство, это было уже вечером, можно сказать, уже очень поздно вечером, практически около часов 9 вечера, если еще не позже, 25 февраля, то есть 3 дня назад. После этого утром уже, когда мы договорились со следствием, да, со следователями, что в 10 утра начнем, продолжим то самое исследование тела Дулата, которое я остановил после обеда 25 февраля, на следующий, на 10 часов утра мы договорились. В 10 часов утра мы приехали в тот самый морг. В морг я приехал, там уже один из этих экспертов уже находился, второй подъехал чуть-чуть буквально на несколько минут позже, но они, оказывается, приехали почему-то без документов, то есть без документов, удостоверяющих личность, они приехали без документов, которые бы удостоверяли их квалификацию, компетенцию, что они действительно являются врачами, судебными медиками, вообще экспертами и так далее. То есть и следователь мне сказал, лицо, которое руководило вот этим самым мероприятием, он сказал мне, как бы, вы кого типа привели еще? Мне начал предъявлять претензии, я сказал, я как бы дико извиняюсь, но дело в том, что два товарища, которые вот эти, ну, два эксперта, да, они оказались очень, кстати, действительно компетентными экспертами, их все там узнали в том самом морге. Там же работают государственные судебные медицинские эксперты. Вот этих двух независимых, которых мы привлекли в качестве экспертов, они знают, они ранее знакомы, все друг друга, оказывается, знакомые, общались раньше или даже и сейчас общаются. Пришлось из-за того, что у них нет документов, отложить снова, предоставить им найти машину, чтобы они съездили за своими документами, за своими документами по домам, там, куда они, где их документы лежат, они вернулись за своими документами, короче, им дали машину, они поехали искать. И снова возобновили... Я хотела еще один момент уточнить, потому что я знаю, что, и это мне задавали очень много раз активисты, что были тоже представители гражданского общества, в этот же момент, когда эксперты не были с документами, они тоже пытались войти в морг, чтобы произвести хотя бы какое-то, насколько это возможно, осмотры, да, я даже не знаю, как это правильно сформулировать. Исследование. Да, исследование тела, но их не впустили. Вот как, вы помните, как это произошло? Можно тоже восстановить, просто я хочу, чтобы у нас была полная хронология в этом. В смысле, не впустили? Их не то, чтобы не впустили. Они пришли, их впустили в здание, где находят. Вот сам морг, они находились внутри, в кабинете начальника или там какого-то руководителя. Я не знаю, чей это был кабинет, но большой кабинет, они внутри находились. И я когда меня туда пригласили, я зашел, и вот этот начальник, спецпрокурор, который уже, которому дело передали, он сказал, ваши эксперты пришли без документов. Я говорю, ну, я, конечно, я же им не мама, чтобы им говорить, что приходите вообще на такие мероприятия с документами. Я вроде и передал через сотрудников комитета, говорю, Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению закона. Я им передал через этих сотрудников, чтобы они пришли с документами, но они пришли без них. И мне следователь начал говорить, вот они пришли без документов, поэтому мы уже дальше что будем делать? Начали как бы мне такой вот вопрос задавать, как будто бы, как бы к тому, подводя к тому, что дальше уже мы не можем как бы ждать. Родной брат Дулата, он уже настаивает на том, что он хочет забрать уже тело и похоронить его, уже увезти хочет. То есть вы не можете здесь находиться уже больше, мы не можем дальше время тянуть, типа уже сутки прошли, вы все еще кота за хвост тянете и так далее. И мне пришлось там немножко и голос повысить, и там уже, я уже начал. Мы понимаем, там были представители Скахарман, просто друзья вот Алия Жукупова, она же медик по образованию. И она, ну, во всяком случае, она так утверждала, что у нее были с собой документы, но ей не разрешено было как медику войти. Да. Одновременно при этом вы говорили, что, например, изначально, просто я стараюсь сейчас как бы всю картину сопоставить, там было огромное количество ОМОНа изначально, в первый день, когда вы приехали, да? Сейчас мы говорим, на следующий день тоже было. Там было слишком много людей, и все они могли ходить. Но когда надо было войти активистам, которые просто друзья, знали великолепно Агадила, вместе с ним везде ездили. Да, их не пустили. Их не пустили.
Но их не пустили не потому, что мы были... Я, например, я сказал, что без проблем, пожалуйста, я могу заявить ходатайство, чтобы вот эти лица, хотя они не являются судебно-медицинскими экспертами, у них нет такой подобной лицензии, они не являются судебными медиками, естественно, но тем не менее, они раз уж такой вот у нас резонанс поднялся, такой шум общественный, давайте все-таки пропустим этих людей, пускай они будут участвовать, пускай они своими глазами посмотрят, что тут ничего противозаконного, незаконного или чего-то сомнительного происходит. Пускай, я об этом сказал вот этим всем сотрудникам правоохранительных органов, пускай зайдет вот женщина, у нее все документы, и диплом есть, и документы, удостоверяющие личность, все есть, пожалуйста. Пожалуйста, пропустите, она просто, она же не будет там никому мешать, она будет просто смотреть. Помещение, тем более, очень большое, там могли бы поместиться еще несколько человек спокойно, без проблем. Но сотрудники, там, сотрудники правоохранительных органов почему-то сказали там, что родственники против и так далее. И, в общем, таким образом, когда у нас продолжилось уже где-то около часа дня, ближе к обеду началось, продолжилось наше мероприятие вот это. На тот момент, когда мы уже это приехали, в общем, вот так вот все продолжишь уже без той женщины, которая пришла, вот, являясь по образованию. Активистам и друзьям не разрешили. За, при помощи родственников, следователей, то есть они как бы, как получается, вместе? И получается так, да. Получается так. Да, они не смогли. То есть, ну, зашли вот наши два эксперта, вот эти независимых, да, они зашли, они участвовали, ну, практически, точнее, они-то не с самого начала участвовали, они уже участвовали тоже в исследовании тела Дулата, уже, которое давным-давно было вскрыто уже, давным-давно. Ну, они нет, они этому не удивились, они как бы, ну, это вообще как бы, это специалисты, видимо, для них это вообще норма. Вот они увидели, вот он в таком виде, про который я частично вам рассказал, то, что я своими глазами видел. Я вам не все рассказал, что там, как бы, вообще, как он выглядел, да? Вот для них это нормально, вот, потому что они, видимо, по образованию патологоанатомы, они патологоанатомы, не судебные медики, для них это нормально, это для обычного человека это шок просто. Шок, потрясение, там, не знаю, нервный срыв может произойти от такого зрелища. Ну вот они зашли, и так спокойно, там, деловито зашли, начали вот все эти органы, которые они давным-давно уже были вынуты из тела Дулата, да, все эти внутренние органы, они начали там взвешивать, смотреть, разглядывать, там, задавать вопросы какие-то вот этим государственным судебным медикам, да, между ними это все происходило как бы, ну, это на их профессиональном языке, медицинском, они там начали между собой общаться. Я только иногда просил, чтобы они говорили громче и громче, и на камеру, чтобы это было слышно, и нам тоже иногда, чтобы объясняли, потому что мы вообще не понимаем, о чем даже между ними идет разговор, потому что они разговаривают, что-то обсуждают, вытаскивают, там, допустим, сердце вытащили, сказали, вот оно здесь почему-то там темно-багрового цвета, с этой стороны, там задняя стенка желудочка такого-то цвета, эта стенка такого-то цвета и так далее. То есть абсолютно такой профессиональный язык у них свой, медицинский, они все это обсуждают, мы стоим просто как, извините меня, как бараны на новые ворота, стоим, смотрим, ничего не понимаем в этом. Я лично ничего не понимаю, честно говоря. Но здесь, то, что я там находился, вот второй день я находился в этом помещении, я за два дня, которые я там находился, я не услышал запаха алкоголя, о котором все говорили. Да, это, я хотела спросить, потому что следствие представляет Дулата Агадила как законченного алкоголика, а на видео, которое мы его видим, что задерживают, абсолютно раздетого, да, там, ну, вытаскивают из кровати, видно, что он абсолютно просто сонный, трезвый человек. То есть нет никакого признака пьяного человека. Это же очень легко. Нет, нет. Да. Я запах алкоголя, чего я не услышал, того я не услышал. Этот запах я не услышал, поэтому о том я и сказал. Я зафиксировал это. Эксперты, насколько вы считаете, да, да, да. И как это все происходило? Ну, это же производилась же видеозапись от начала до конца. То есть все это мероприятие записывается. То есть я специально обратил внимание на то, что запах алкоголя отсутствует, я его не слышу. Соответственно, не учуял этот запах, действительно, я его не услышал, не учуял. То, что вот я на этом мероприятии, процессуальном действии, да, то, что я видел, то я и сказал.
То, что я услышал, то, что я учил, то я и зафиксировал, задокументировал. А я не могу задокументировать то, чего я не вижу, и то, на что я должен был обратить внимание, если я этого не вижу. Я могу смотреть в упор и не увидеть, допустим, да, грубо говоря. Соответственно, для этого и были приглашены вот эти два независимых эксперта, чтобы они увидели то, чего не вижу я. Или но то, чего не видел. Не было, вот, например, как сейчас вот на опубликованном видео, вы видели, да, активисты, ну, очевидные были ссадины, кровопотеки, гематомы. Нет, нет, такого... То есть там не такого... было возможности, чтобы оно вот в таком виде было? То есть там было все фактически с органами наружу, правильно? Там не то, чтобы органами наружу. Органы уже были отделены, их не было внутри даже. Они, там было просто вот ребра, кожа содрана, кожи нету. Кожа вот лежит на столе, она полностью. То есть это ребра и кожа, и все. Я не могу это увидеть даже при всем желании. Я должен был, наверное, сам тогда. Моя ошибка, наверное, заключается в том, что я должен был надеть перчатки и сам полностью вот так переворачивать тело, там, разглядывать и так далее. Я этого не сделал, вот в этом моя, наверное, ошибка. Но дело в том, что я не находился в том состоянии, наверное, я не такой смелый. Вот я, наверное, не вот тело Дулата, вот прям ее крутить, вертеть им, как хочется, да, я этого не сделал, я этого не смог бы сделать, потому что там атмосфера для этого совсем не располагает, абсолютно. Это все очень, для того же родного брата, который там изначально находился, его родной старший брат, он находился, он вообще, по-моему, тоже находился в шоковом состоянии. То, что перед ним происходило, я не знаю, как он это терпел. Я понимаю, это же его родной братишка, родной. Родная кровь там стоит, и он его разрезает, там, что попало, делают и так далее. Я даже не могу себе представить, какие у него там чувства он там переживал, да, через что он прошел вот 2 дня подряд. И не проронил ни слезинки, ну, я не знаю, он там стоял, терпел, ничего не говорил. Я к нему тоже обращался, задавал ему вопросы и так далее. Но, тем не менее, как бы, вот то, что я увидел, то я и зафиксировал. А то, что на видеозаписи, которая впоследствии была опубликована, там же опубликовано, как бы уже он зашитый, там же уже он полностью зашитый. Поэтому я как бы даже не знаю, там, как давать оценку вот этим фото-видеозаписям, фото-видеокадрам. Поэтому я и сказал, что необходимо было вчера, раз уже они обмывали, когда они обмывали его, обмывали, они, если они увидели какие-то телесные повреждения, они должны были остановить похороны, если на то пошло. Надо было остановить похороны, надо было заявить об этом полиции или вообще правоохранительным органам. Ну, вы же понимаете, что его убили в СИЗО. Как эти активисты могли заявить полицию? То есть, ну, давайте тоже быть реалистами. Активисты, на самом деле, не рисковали всем. Они сейчас рискуют своей жизнью, потому что это важные свидетели, которые зафиксировали это на видео. И им реально нужна поддержка всего общества, тоже вас как адвоката, потому что вот точно так же, как на вас может оказываться давление, так же и на них сейчас может оказываться давление за то, что они сделали такой смелый шаг и все-таки смогли это записать на видео. И насколько я понимаю, там тоже присутствовал брат, тоже его голос есть на этом видео, и именно он разрешил это сделать. Я насчет этого не могу знать, я этого не знаю, кто там присутствовал. Ну, так говорят те, кто непосредственно делал это видео. Да, я этого не знаю, но самое главное, что да, действительно, если телесные повреждения были обнаружены, тем не менее, у нас самая главная задача, я говорю здесь как юрист, как адвокат, к сожалению, при всем желании, вот как бы мне тоже не хотелось, я не могу доказать совершение ни я, ни другой какой-нибудь человек или орган, да, не смогут доказать причастность или совершение убийства, или причинение смерти насильственным путем, или насильственная смерть, причиной насильственной смерти не смогут доказать фотографиями. К сожалению, наш закон, и вообще закон не только наш, кстати, казахстанский, во всем мире доказывается смерть или телесные повреждения, причинение телесных повреждений. Тем более насильственная смерть доказывается только лишь заключениями судебных экспертиз, специальных людей с высшим образованием, с лицензированных там и так далее, которые могут провести соответствующую проверку, действительно установить связь, причинно-следственную связь между причинением, появлением каких-то телесных повреждений на теле человека и наступлением его смерти. Это делается не фотографиями. Поэтому, когда мне говорят, что там есть фотографии, я полностью согласен. Окей, фотографии есть, видеозапись есть. Но этого, к сожалению,
При всем желании, недостаточно для того, чтобы ставить вопрос. Да, ну, после Казахстана мы понимаем, что рассчитывать на то, чтобы вот резко остановились похороны и было бы независимое расследование, невозможно. Единственное, что могли сделать активисты, они могли записать это на видео и донести это для международного сообщества. В принципе, этот факт сейчас сделан. Даже тот разговор, который сейчас между нами состоялся, он сейчас, в принципе, имеет цель главную донести до международного сообщества, что именно происходило и как они могут включиться в этот процесс. Да? Потому что, ну, чего скрывать, новость о убийстве политическом Дулата Агадила, блогера-активиста, она обошла абсолютно все международные СМИ. Абсолютно сейчас все дипломатические представительства наблюдают, что происходит. Вы знаете о заявлении со стороны США, заявлении со стороны посольства Великобритании в Казахстане о том, что они требуют справедливого расследования. Мы понимаем, как гражданство, что это расследование невозможно без участия международных экспертов. Правильно? Теперь вопрос эксгумации тела. Какое регулирование закона и какие препятствия может оказывать следствие, понимая все обстоятельства, реальность Казахстана, да, и семья, которая находится под давлением. Мы слышали сегодня во время пресс-брифинга, что мама якобы выразила жалобу или еще что-то, подала жалобу на действия тех активистов, которые опубликовали. То есть фактически это прямая угроза со стороны следствия через родственников на тех, кто показал и задокументировал факты пыток, потому что на теле видны порезы, видны ушибы, гематомы, да, то есть какие у нас регуляции с точки зрения казахстанского права по эксгумации тела? Ну, смотрите, мы можем это отложить, чтобы вы посмотрели, и тогда вернемся еще к следующему эфиру. Да нет, почему? Это вообще не проблема. Дело в том, что, смотрите, для того, чтобы делать эксгумацию, должны быть основания, да, основания, вот те самые фотографии, та самая видеозапись, которую сделали люди, которые его обмывали, не знаю, кто это делал, но в любом случае, вот эти фотографии и видеозаписи смогут являться основаниями для ходатайства, моего ходатайства перед следствием, перед органом, ведущим уголовный процесс, для того, чтобы назначили эксгумацию. То есть это уже есть основание. То есть мне этого уже достаточно для того, чтобы сейчас просто идти, вот прямо сейчас я могу пойти и заявить ходатайство о производстве эксгумации. Прямо сейчас имею возможность. Mm-hmm. Для этого есть все основания. Okay. То самое, вот эти фотографии, видео, это раз. Второе, раз уж мы говорим, вы сказали там насчет давления на родственников и так далее. Я просто, видите, я тут как могу подтвердить или опровергнуть, есть ли давление, нет ли давления. Вы не можете, просто делиться своими наблюдениями и практикой. Наблюдения. Проблема в том, что если действительно имеются телесные повреждения, я обеими руками за то, чтобы эти телесные повреждения были, но надо их зафиксировать, надо их задокументировать, надо по ним провести соответствующие виды экспертиз, та же самая гистологическая экспертиза, для того, чтобы установить, откуда это телесное повреждение, допустим, вот ссадина, да, или кровоподтек. Мы же должны проверить, как он появился, то есть происхождение этого телесного повреждения необходимо проверить. Это может проверить только гистология, так называемая гистологическая экспертиза. Для этого нужны специалисты гистологи. Сделать как адвокату запросы. Давайте, может быть, пройдем больше, потому что нет смысла перегружать наших зрителей слишком так. Лучше пройти, например, конкретно, какие запросы вы уже сделали, да, для того, чтобы получить видео, материалы, да, там, и хронологически, когда приехала скорая и так далее. То есть, собрать факта, чтобы полностью восстановить хронологию. И какие вы еще собираетесь делать на основании и когда, да? То есть, будете ли вы публиковать? Дело в том, что... Я понял. Смотрите, дело в том, что вот когда речь идет о моей скромной, или точнее, нескромной персоне, тут вопрос стоит таким образом, что, во-первых, я являюсь не должностным лицом, я всего лишь адвокат. То есть я не государственный служащий, я не работаю в органах, правоохранительных органах и так далее, да, и у меня нет каких-либо властных полномочий что-либо, кого-то допрашивать, у кого-то что-то забирать. У меня мое единственное оружие – это ручка и бумага. Все, у меня больше нет ничего. Соответственно, я могу только делать запросы. И в настоящий момент мои права адвоката, адвокатские полномочия не так широки в Казахстане для того, чтобы собрать полностью весь материал самостоятельно, без помощи правоохранительных органов. Конечно. Правоохранительные органы, это они должны все это делать. Но проблема в том, что у нас есть вот тот самый кризис недоверия к правоохранительным органам,
которые существуют, которые очень сильно вот в эти дни, сегодня, вчера, прямо проявился во всех средствах. Ну, Дулат погодил был убит в СИЗО. Да. Он приехал туда абсолютно здоровый человек. И умер, да, и умер. Поэтому, естественно, при таких обстоятельствах я что могу сделать? Все, что я могу, это запрашивать. Я уже и запросил эти все видеозаписи со всех камер видеонаблюдения, следственного изолятора города Астаны, с камер видеонаблюдений отдела внутренних дел Целиноградского района Акмолинской области, куда его, насколько я понял, с чьих-то слов, якобы его туда возили. Если его туда возили, соответственно, там тоже есть камеры. Я со всех камер запросил эти видеозаписи для того, чтобы их впоследствии изучить. Кроме того, я сделал запрос о предоставлении с камер видеозаписи с камер видеонаблюдения Центра оперативного управления ДВД города Астаны, то есть вот эти камеры, которые расположены на всех улицах по городу Астане, когда машина, на которой увезли Дулата из дома, где он находился, она же перемещалась по городу каким-то образом. Видеозаписи самого непосредственно задержания, потому что его уже там видно было, что убивали. Да. Вот, соответственно, мы должны проследить. Моя задача, ну вообще-то не моя задача, по идее, это задача следствия, ваша задача, на самом деле. Потому что на вас огромная, скажем так, надежды со стороны всего международного сообщества и гражданского общества. Поэтому мы с вами просто... потому что вы являетесь, по сути, адвокатом общества сейчас. Резонансные. Да, поэтому... И поэтому, собственно говоря, да. К вам вопросов. Поэтому я хотел бы, чтобы те люди, которые не понимают этого, я бы хотел бы к ним обратиться, чтобы они понимали, что вообще для этого и существуют все эти правоохранительные органы, это они должны все это делать. Они давным-давно за несколько часов могли всю эту информацию собрать, давным-давно. Это еще можно... Да, и уже дать результат какой-нибудь, плохой или хороший, или негативный, положительный и так далее. Но этого ничего не происходит, соответственно, теперь я буду этим заниматься, я этим уже занимаюсь. Сейчас мы эти все видеозаписи соберем, потом мы должны их просмотреть, это же большой объем видеозаписей. Их надо будет просмотреть, потом произвести анализ по ним. Анализ этих видеозаписей, кто что, куда. А помимо всего прочего, есть еще и тут у нас же участники, небезызвестные участники. В скорую, например, когда они были совершены, что сказали? Да, да. Все эти небезызвестные участники, которые его увозили в ночь. Да? Да. Я вот помню 24 февраля, когда я смотрел видеозапись, когда его уводят из дома, вот этот звук такой жуткий, несколько человек его уводят прямо в ночь, в темноту уводят, его держат за руки, он в наручниках. Ну, к машине ведут его по снегу, и такой снег хрустит все время, снег так сильно хрустел, прямо какое-то жуткое зрелище. У меня тогда, вот у меня, лично у меня, что-то вот прямо во мне внутри шевельнулось, мне это было страшно на это смотреть было, просто как его уводят в ночь. Этот звук, там же не звучит же музыка какая-нибудь, да, страшная там какая-нибудь, жуть наводящая. Просто люди идут в ночь, в темноту уходят, и вот этот звук людей, шагающих по снегу, он сильно меня поразил. И утром я услышал про то, что он умер. Как будто вот прямо, я не знаю, может, моя интуиция, или мне показалось, или я сам себе вот такое надумал. Но вот этих людей допросить я уже не могу. Вот тут мои полномочия адвоката тут заканчиваются. Те, кто его уводил, те, кто на него надевал наручники, те, кто его привез в следственный изолятор, с КНБ? Потому что, как правило, в такие самые грязные дела, и абсолютно остаются безнаказанным попыткам, это именно КНБшники. Ну вот мы знаем это по многим делам, даже по делу Ерембетова, его избивали как раз-таки в СИЗО КНБ, да. И не полиция даже, которая задерживает, участвует непосредственно в таких, а именно КНБшники. И у нас есть как минимум 3 часа, где, как правило, то еще помещение человека в следственный изолятор, в спецприемник, да, как правило, человека избивает по дороге. И вот у нас есть как раз-таки 3 часа эти, да. То есть фактически, зная о том, что Булат не будет молчать о том, что его избили. Он знает и четко обычно говорит, что это политическое преследование. Он всегда шутил с момента того, что его задержали. Он показывал другим, что необходимо быть храбрым, когда тебя задержат, потому что это все ничего не значит. Выйдешь после административного ареста, и ты отставишь дальше свои права. То есть здесь задача была напугать. Такие вещи делают КНБ. Будете ли вы делать запросы в КНБ для того, чтобы расследовать, кто участвовал, кто эти неопознанные лица, которых полиция даже не может опознать? Вполне возможно, что она их не может опознать. Вполне возможно, что это были КНБ. Вы будете делать им запросы? Все необходимые запросы для того, чтобы установить объективную истину по делу, я сделаю, если необходимо. Другой вопрос, что какой ответ мне дадут на мои запросы? Это уже другое дело. Это ответ, это помощь международному сообществу, как-то выстроить логическую цепочку и дальше оказывать давление. Да.
Ну, наверное, да. Просто проблема в том, что здесь звучит немножко это все, видите, как бы, вот даже, допустим, у нас был недавно инцидент, там связанный тоже, ну, совершенно по другому делу, абсолютно этого дела никак не касается. То же самое, мы делаем запросы, нам просто говорят, а у нас там видеозапись утрачена, видеозаписи нету, и т.д. и т.п. Ну, грубо, да, вот такие. Да. Ау, как? Значит, хотят скрывать факты, то есть власти будут скрывать. Ну, это понятно. Точно так же, как вот АБСЕ подтвердила, что следственные органы по делу политическому убийству Немцова, они ничего не сделали для того, чтобы вообще это следствие как-то продвинуть. То есть, если вам не будут отвечать, или эти ответы будут абсолютно абстрактными, непонятными, это тоже ответ, это тоже важный сигнал для международного сообщества, конечно, и общества в Казахстане. Поэтому конечно, ну, конечно. Это очень важно сделать, мне кажется. Теперь мой последний вопрос, чтобы я вас не пригружала слишком, мы и так слишком долго с вами беседуем. Хотела уточнить, что может гражданское общество, общество Казахстана сделать, чтобы ваши запросы были более эффективными? Да, ну мы со своей стороны, как правозащитники, постараемся максимально дать огласку. Что могут сделать граждане Казахстана, учитывая то, что надежды на справедливое расследование фактически нет? И я скажу еще усилию. Сегодня, например, гражданские активисты сделали анализ того, что было сказано о последних часах жизни блогера и активиста Дулата Агадила, когда говорят о том, что, исходя из видеозаписи, женщина, которая смотрит видеозапись на камере, говорит, что, выходя из туалета, он упал на колени и потерял сознание. А потом они подозвали надзирателя. И совершенно другую версию в этой же статье дает другой чиновник. Да? То есть они уже имеют разные версии и будут пытаться это скрывать каким-то образом. Вот как гражданские активисты могут вас поддержать, адвокаты, которые представляют интересы всего общества Казахстана, потому что Дулат был символом, он душа протестов и так далее, и очень важный блогер был. Как мы можем поддержать вас? Как вы считаете, будет ли вы обращаться к обществу за этим? Что можете сказать? Ну, что я могу сказать? Дело в том, что единственное, что возможно в этой ситуации поддержать, ну просто дело в том, что я вот не первый раз участвую по разным громким резонансным делам, и, конечно же, поддерживают люди, как могут, кто как в силу своих там возможностей физических, психических, интеллектуальных, умственных и тому подобных возможностей, каждый, кто кого, кому не безразлично, да, тот или иной вопрос, там, не знаю, пытаются помочь. Но в этой ситуации я не знаю даже, как они могут помочь. Дело в том, что единственная защита — это публичность, вам охрана какая-то, чтобы вместе с вами ездить в запросы, например, ходить на протесты под те органы, где вы подаете жалобы, если они не дают вам ответы в установленный срок. Но это я говорю из опыта украинцев, например, да, потому что там такие есть. Насколько вы готовы к такому? К такой поддержке. Если да, то это тоже сигнал для общества. Нет, я буду рад, вот лично я буду рад любой поддержке, любой вообще, какая, на какую люди способны. Ну, как бы я всегда настроен скептически вообще, как бы немножко относительно любой вообще поддержки, потому что, как бы, ну, ее никогда не бывает вообще-то у нас, поэтому я особо не надеюсь на нее, потому что она всегда такая весьма такая, не знаю, зыбкая абсолютно, поэтому ну, если она будет, то я не буду против абсолютно, если она будет, конечно. Поэтому, но я, моя задача в этой ситуации, вообще в связи с этим делом, моя задача добиваться объективной истины по делу. Я, как адвокат, обязан добиваться просто установления истины по делу. Убили его, если было убийство, если его убили, то давайте установим, кто его убил, когда его убил, почему его убили, и задали вопросы все эти тем самым виновным лицам. Если это не было убийство, значит, надо что-то там, какое-то другое там, какое-то основание. Но, тем не менее, самый главный вопрос тут звучит в том, что он умер не дома, он умер в условиях изоляции, на территории, скажем так, закрытого учреждения, абсолютно закрытого, к которому вообще ни у кого нет доступа, и абсолютно... Да, и его смерть... аналогичный был даже диагноз, да, сердечной абсолютно, недостаточности. Абсолютно. И это абсолютно, да, убийство, абсолютно. И поэтому, собственно говоря... И в любом случае... В любом случае, даже вот все говорят, ничего не будет, никто ни за что не ответит. Тем не менее, даже если это, даже вот, допустим, мы самый плохой вариант развития событий, что вот он ни в чем, никто ни в чем не виноват, сам Дулат взял и умер, там ударился головой или еще что-нибудь, да, прям взял и умер просто. Вот просто у него, как кто-то там написал в соцсетях, что он, ну и у него время его пришло там и так далее, умереть и так далее, кто-то там так написал. Даже если так, депутат, то если он умер...
Да. Вот даже если это так, то как только он заступает за порог следственного изолятора, даже если с его головы падает волосок, какой? Один волосок падает, за это отвечает государство. За это отвечает государство, и государство должно, именно государство заинтересовано в том, чтобы это расследование, оно происходило абсолютно честно, абсолютно открыто, прозрачно, и чтобы те самые виновные лица, которые, если его не убивали, то, по крайней мере, не оказали ему необходимую, неотложную медицинскую помощь, я не знаю, как-то ему не помогли, если ему было плохо на тот момент. Я представляю, он просто даже, наверное, последние минуты его, он даже там, когда умирал, он, наверное, думал, вот никто ему не помогает, это же самое страшное, что может случиться с человеком. Вот он остался один, один на один со всей этой, со всем этим, со своей смертью встретился в самых жутких условиях. Поэтому именно из-за этого необходимо, чтобы виновные лица, которые, если такое имело место, они должны ответить за это головой. Вот все, кто в этом виноват. Вот чего мы должны добиваться. И моя работа заключается в том, чтобы следствие, оно велось именно в соответствии с законами, чтобы оно не могло уклониться в какую-то, в ту или в эту сторону, да, влево, вправо и так далее. Они должны идти в точности в соответствии с законом. Чтобы не было вот этого вот постоянной игры слов, вот эта игра слов, игра терминами, там, всякими понятиями, категориями и так далее, чтобы этого не происходило. Давайте вот над этим работать. И надеюсь, ну, правда, я, конечно, особый, конечно, в этом плане. В связи с тем, что вот сегодня даже произошло, вот этот самый брифинг, да, и у меня как бы особый, уже, честно говоря, туда надеяться не на что. Тут просто надо самим работать каким-то образом, пытаться. Да, на них уже, честно говоря, уже надеяться не приходится. Хорошо, спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Пожалуйста, когда будете отключаться, сохраните эфир и загрузите его в свой сторис. Там есть «сохранить», окей? Обязательно, чтобы я могла этот эфир потом опубликовать и предоставить депутатам Европейского парламента, дипломатам, ОБСЕ и всем другим, потому что это очень важная тема, и мы хотим предоставить им эти ответы. Спасибо вам еще раз, и вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Спасибо большое. Всего доброго. Да, отключайтесь и сохраняйте видео. Ага, все, что я понял. Завершил.